Всем привет-привет! Сегодня я ходила по магазинам и сделала такие небольшие покупки. Сейчас я покажу, что я купила. Купила я вот такие два лака фирмы Флормар. Один супермат М116. Тут такой... Вот. И вот такой мятный цвет. 424. Вот такой. Насчет вот этого цвета. Я потом пошла в Monami. Это у нас такой торговый центр, где продают косметику от люкса до масс-маркета. И я увидела на тестер-стенде Dior точно такой же лак от фирмы Dior. Это новинка у них вышла. Вот такой мятный. И если он там стоит... $30, то я купила за $2 точно такой же цвет. Номер P045. Это в коричневых оттенках палетка. Тени, повторюсь, обалденного качества. Я даже вообще в шоке, если честно. Первый раз я купила за $10 в торговом центре. А сейчас я нашла их за $3. В общем, тогда какая их себестоимость? Доллар тогда? А я не могу понять, из чего надо их делать. Ну, в общем, качество у них супер-пупер. Даже говорят, что они такие же, как MAC. Я вообще в шоке, если честно. Вот, дальше, что у меня уговорила продавщица тоже, вот где я покупала вот эти тени. Сказала, что вышла такая китайская пудра для лица, рисовая. Она еще с SPF 15. Тоже стоит очень дешево, $2. Вот так она выглядит. Ой. Выглядит она как-то вот так. Хочу сказать, я ее попробовала. Очень классная пудра, классно матирует. Не меловая консистенция. Вот даже нанесла. Вот видите? Вообще там были разные оттенки. Она очень плотная, хорошо матирует и ложится обалденно. Я вообще, если честно, я в шоке. Она говорит, что это у них пудру. Прям там все разбирают. $2. Купила я подводку золотого цвета фирмы Флормар за 650 тенге. Это $4. $4 она стоит. Чем она меня поразила, то что она классно набита. Вот именно блестками. Вот эти мелкими. У нее мелкие, крупные присутствуют. Вот, еще раз нарисую. Она очень стойкая, она вообще вот так, я ее тру пальцем, она не стирается. Дальше что я купила? Купила я пудру, тоже от Flormar, компактную. Купила я, потому что она тоже очень дешево стоит. Стоит она 3,50 доллара, 470 тенге. Пахнет она приятно. Такого, знаете, уже цвета под загар, это номер 192. Я немножко подзагорю и буду уже ей пользоваться. Тоже попробую. Посмотрела видео ковки The Cat, и она сказала, что вот это классная пудра, она убирает хорошо синяки под глазами, и в общем, она супер матирует, и пудра Touch of Radiance, 30 у меня, тоже с SPF 15, так, два лака покажу, чтобы видеть. Сейчас я ее нанесла на лицо, ее одну, без тонального крема, она классно все замаскировала. Вот такая она. У нее очень классный спонжик. Такой, знаете, резиновый. Пахнет она ничем. Это, ну, правда, она стоит не дешево. Это $20. Тушь. Блин, девочки, обалденная тушь. Это Mega Volume Collagen 24 часа от L'Oréal. Новая тушь, новинка. Она просто обалденная. Тушь, я давно искала хорошую тушь для объема. И я опять же повторюсь, я не покупаю дорогие туши люксовых марок, потому что разницы я не вижу, что там гипноз от Ланком, что Dior вот этого для объема. Честно, я не вижу разницы, я не вижу смысла тратить деньги на... Пять карандашей, 4 для губ. Вот такие.
и один для глаз. Написано, что они водостойкие. Нисколько они не водостойкие, они легко стираются. Не очень, мне не понравился он. Он стирается, тут написано, что он водостойкий, он очень мягкий, мажется, стирается, течет. Можно его и для губ использовать, и для коррекции лица, потому что он сильно кремовый. Тает на солнце. Мыло, мой must have. Это мыло Johnson's Baby, Johnson's Baby детское. Я его обожаю. Перед сном с ароматом. Даже умыться иногда тело. Очень приятное мыло. Мой must have. Регенерирующее средство мгновенного действия. Кондиционирующее средство и несмываемый спрей мгновенного действия. Он предназначен для того, чтобы вы перед тем, как использовать утюжок, бигуди, любой там фен, вы наносите это двухфазное средство, вот я его смешала, взбалтываете, наносите, и буквально 2-3 спрысков хватает, я его обожаю, на кончики, на всю длину волос. И пользуйтесь утюжком, даже видно потом, когда вы утюжком проводите, такой дым идет легкий. Двухфазная жидкость от Нивеи для водостойкой туши, боже, оно так щипит глаза, что просто, ну, просто невозможно. Купила еще вот такие ресницы накладные. Это я одну ресницу разрезала на две части и на кончики приклеила. Вот такой эффект получился. Обожаю наклеивать ресницы, хотя мой муж это не приветствует. Но я обожаю это дело. Освежающая фруктовая маска для нормальной сухой кожи. Попробовала ее. Мне она не очень понравилась. Она, мне кажется, все равно хоть здесь написано для нормальной сухой кожи, но она больше подойдет для жирной кожи, потому что она немножко подсушивает. Хотя тут натуральные ингредиенты, глина, папайя, яблоко, огурцы, инжир. Ну, там, конечно, есть немножко химии, но... Ну, ничего такая, можно раз в три недели попользоваться ей. Что мой must have тоже, это Гарниер, молочко для снятия макияжа с приятным запахом, увлажняющее. Вот, я его обожаю. Такие были мои покупки. Всем спасибо. Пока-пока.